Привет! Маленький обзор двух представителей Ижевского завода. Сайга МК-03, Сайга 9. В принципе, отличий не так уж и много. Вызван только использование пистолетного патрона. Ствольная коробка укорочена несколько. Наружные размеры одни и те же. Толщина ствольной коробки такая же. Идет поддон усиления под рукоятки. Шахта пластиковая под магазин. Несколько иной формы. Все остальные отличия связаны с тем, что здесь затворная система, здесь система со свободным затвором. По длине получается у них в данном варианте примерно одинаково. То есть более 800 мм. Давайте посмотрим, что внутри. Крышка на шарнире. Возвратная пружина стандартная. Затворная рама с затвором единое целое. В данном случае это не газовая трубка, это направляющая для затвора. Здесь мы видим классический затвор автомата Калашникова. Возвратные пружины абсолютно одинаковые. Что, пошли посмотрим на результат. Посмотрим. Отличие внутри. Собираем. Всем пока. Норма ГТО полетела. Покажем, если вот. Ну вот. Милославных представителя компактной системы гражданского оружия. Разные патроны, разные задачи. Вот, на реальных дистанциях, в принципе, не уступают по точности друг друга. Хотя у меня, конечно, вот из этого образца скучность ниже, чем из семерочки.